На конкурс дети читают стихи. Клочкова Полина, 4 года, город Брянск. Юрий Воронов. Память – наша совесть. Опять война, опять блокада. А может, об них забыть, я слышу иногда. Не надо радость зарядить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне. И о блокаде пролистали, стихов достаточно вполне. И может показаться право и убедительно слова, но даже если это правда, какая правда, не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как бы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь это память, наша совесть, она как символ нужна.